Сегодня все поздравляют с профессиональным праздником учителей. Помимо традиционных концертов, выставок, творческих работ и плакатов, студенты колледжа индустрии питания, туризма и сервиса «Черкесска» с большим интересом принимают участие в Дне самоуправления. Занятия проводились в соответствии с расписанием, установленным на этот день. Ребята тщательно подготовились к урокам по всем согласованным темам. Альбина Ламкова продолжит тему. Яркое начало рабочего дня, без сомнений, создает атмосферу праздника. Студенты колледжа индустрии питания, туризма и сервиса каждый год в День учителя подготавливают приятные сюрпризы. Хотелось бы выразить свою благодарность всем участникам, которые организовали этот замечательный праздник. Каждый год в нашем колледже проводятся вот такие прекрасные мероприятия, что дети нас встречают, и мы получаем большое удовольствие. Уже стало доброй традицией в честь праздника отдавать бразды правления в руки юных лидеров, которые, в свою очередь, смогут проявить свои лучшие качества. В этом уверены педагоги. Этот день у нас в колледже празднуется все каждый год по-разному. И в качестве советника директора мы сегодня со студкомом, я также принимала участие в организации данного мероприятия. Пусть небольшую часть внесла, но в основном работали дети над созданием сегодняшнего праздника. Это традиция у нас каждый год, но дети у нас настолько с бурной фантазией, что каждый год преподносят нам такой подарок незабываемый. И это каждый раз по-новому. Затем в кабинете директора колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Виктора Китаева состоялась передача полномочий самым активным студентам. В путь наставления от опытного руководителя. Я не сомневаюсь в том, что вот молодые люди, которые будут исполнять обязанности администрации, преподавателей, мастеров производственного обучения, полностью справиться со своими обязанностями. Если какие-то вопросы возникнут, все преподаватели во главе со мной будут рядом. Хорошо, спасибо большое за доверие. После напутственных слов, не теряя времени, приступили к возложенным обязанностям. Вначале провели планерку, обсудив насущные вопросы ответственного дня. Марат Байрамкулов сегодня директор. Возложена на него роль руководителя не случайно. Он отличник учебы, ответственный студент. Переживаешь, волнуешься? Никаких переживаний особо нету. Как бы это должен относиться к этому ответственно и подхожу так, как должен относиться. День самоуправления у вас совпал с Днем Учителя. Что ты можешь сказать о своих учителях? Учителя очень хорошие на самом деле. Никаких проблем в коммуникации с ними никаких нету. Хочу их поздравить с Днем Учителя вас. И пожелать, самое главное, терпения. В этот день, по традиции, студенты провели уроки вместо своих учителей. Насколько качественно, добросовестно и ответственно они отнеслись к своим обязанностям, проверяли руководители-дублеры. Отсутствует 5. Положительные очки. Как проходят занятия в целом? Настроение у студентов хорошее. Им понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшекурсников, буквально вжившихся в роль педагога. Это очень ответственная работа для всех, мне кажется, потому что быть учителем – это непросто. Нужно соблюдать дисциплину, нужно объяснять темы детям. Нужно их опрашивать, их исправлять постоянно, если какие-то ошибки. Дублеры предварительно подготовились к урокам по всем согласованным темам, чему им, безусловно, помогли учителя. Многие пробовали себя впервые в роли преподавателя. Теперь ребята, заменявшие учителей, не понаслышке знают, как нелегок труд учителя. Этот день завершился праздничным концертом. Студенты чествовали дорогих учителей и ветеранов педагогического труда. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карчаево, Черкесия.